Здравствуйте, друзья! С вами Пленкина Елена. Сейчас я вам покажу, как лично я нахожу в интернете оригинал песни или музыки по файлу, который у меня сохранен на компьютере. Мы находим нужный нам файл и перетаскиваем этот файл в рамку поисковика. Теперь мы смотрим расширение AK Music. Вот оно выдало, песня называется «История». Теперь посмотрим другой вариант, которым я постоянно пользуюсь. Он более удобный. Для этого я иду в программу AK Music. Я пользуюсь программой онлайн. Сейчас я вам покажу перевод этой страницы. Здесь написано: включите музыку и нажмите кнопку. Сейчас я возьму музыку, которая у меня есть на компьютере. Узнаете? Нажимаю кнопку. Рассказала, что позвонишь сегодня, но не на вам не часто. Результат поиска. Песня «Позвони». Можем узнать о ней подробнее. Песня «Позвони», исполнитель Палас Бюльбюль Оглы. Мы нашли то, что хотели. Теперь о поиске с телефона. Предварительно включаем музыку. Самое известное приложение для распознавания музыки на телефоне Android – это Shazam. Для этого надо кликнуть на значке приложения, которое находится в центре. Программа покажет название произведения, его исполнителя, а также видеоролик, в котором эта музыка используется. Все ссылки, упомянутые в моем видео, я оставлю в описании под этим роликом. На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока.